Господин Кэнсюджин? У вас ведь сестра пропала. Судя по всему, мы нашли ее. Старший брат. Как быстро все меняется, стоит появиться в доме новому человеку. Тут что-то не так. Тяжело видеть в доме постороннюю. Она не посторонняя, а ваша сестра. Запомните. Старший брат. С моим приездом в этом доме поселилось счастье. Только ты этого не видишь. В тот день там произошло убийство. А ведь моя сестра тоже была там. Кто ты такая? Значит, ты тоже не помнишь, верно? А я тебя сразу узнала. Мы приостановим сеансы. Она же не твоя, дочь. Ты бесишься из-за ее возвращения. Не заставляйте меня повторять дважды. Достали! Позволь мне заняться домом и семьей. Теперь о домашних буду заботиться я. Незваный гость.